Прокуроры Североказахстанской области добились справедливого наказания жителя Ульхановского района. Мужчина управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Суд освободил водителя от ответственности ввиду совершения правонарушения в состоянии крайней необходимости в целях оказания медицинской помощи своему отцу. Водитель управлял транспортным средством в районном центре, находясь в состоянии алкогольного опьянения средней степени. При этом заезжал в банкомат и аптеки. В медицинские учреждения не следовал, за скорой помощью не обращался. Прокурором на указанное постановление принесено апелляционное ходатайство и предоставлены подтверждающие материалы того, что действия водителя не являлись крайней необходимостью, а обстоятельства использованы как способ уйти от ответственности. Не стоит забывать, что вождение в нетрезвом виде представляет серьезную угрозу для жизни не только самого водителя, но и других граждан. Житель Ульхановского района привлечен к ответственности в виде 15 суток административного ареста, а также лишен права управления транспортным средством на 7 лет. Валерия Филатова, Александр Яцин, МТРК.